Здравствуйте! Сегодня хотим представить вам микс. Называется Спрайдер. Это сток Европа. Что в него будет входить? Это женская, мужская, детская одежда плюс аксессуары. Вот такие шортики на девочку 2-3 года. Футболка хлопок фирма Хайнц. Размер 5-6 лет. Женская футболка фирмы F&F. Размер M-ка. Также F&F. Размер L. В основном здесь все это хлопок, эска, всесезонный микс, эмка, тонковка мужская, такие детские шортики на 5 лет, на садик отлично, хлопковые штанишки на годик, на 3 месяца, все идет с этикетками, штанишки на год, на мальчика, маечка. Год. Фирма Джордж Хлопок. Достаточно плотный. Базовая футболка. Размер L. Подростковая футболка. На 14-15 лет. Джемпер. Размер XL. Такое платьишко-туника. Размер M-ка. Блузка шифон, размер L-ка, она идет бисером вышитая, нарядная. Тополантин легкий с черепами. Тонковка размер 2XL. M-ка футболка на 5-6 лет. L, удлиненная футболочка, размер 5-6 лет, детские очень хорошие футболки, они все идут хлопок, отлично сейчас на садик, либо на физкультуру, если однотонные, тоже такая на 7-8 лет на мальчика, вот отличная однотонная, хлопок, 10 лет, эска женская. Футболки всегда в сезон, зимой их и под джемпер. Вот такая рубашка, размер XL, хлопок. Базовая футболочка мужская, размер S. Next, детская футболка. Принты классные. Вот тоже на садик, на физкультуру вообще классно, либо для дома. Джордж, размер M. Такая поло. Вот здесь встретился небольшой брак, но это скорее от мешка отстирается. Но очень хорошая футболочка. Подростковая. Тонковка XL мужская, хлопок. S-ка. S размер. 2-3 года. Такая M-очка. Женская тонковка размер L. Шортики на 2 годика. Тоже платьишко на садик на 2 года. Все ценки. В основном это спрайдер. Это сетка, получается, в Греции. Все ценники европейские. Рубашка мужская, размер L. Фланель. Боди на 6 месяцев. На годик. 5-6 лет. XL, M-ка, 3XL, тонковка мужская. То есть размеры здесь разнообразные. От S-ки до 3XL, M-ка. Встречаются куртки, размер XL. Хлопковые брючки, размер M-ка. Отличный товар по очень хорошей цене. Вся подробная информация будет под видео. Идет у нас примерный лот. Такие. То есть детская, это в основном на садик, что очень пользуется спросом. Мужской джемпер размер L-ка. Он достаточно легкий.
F&F М-ка. Такие слаксы хлопковые, женский размер М. Они идут с замочками по бокам. Такой джемперок. В составе с синтетикой. Брючки женские с высокой посадкой, прямые, размер L. Летние брючки лен, размер XL. Размер M. Танковка на 3-4 года. На 12-13 лет. Также. Размер L-ка. Мужская рубашка. Размер L. Такой легкий джемпер. Папайя, размер L. Тоже фланелевая рубашка. Размер 2XL. Вот 3XL даже. 7-8 лет. 5-6. То есть детские очень хорошие вещи. Такой классный бодик. Это на 6 месяцев. М-ка. Такие джинсы с высокой посадкой, женские F&F, размер L. Из эко-кожи. Next. Замочек сбоку зауженные. Уже шортики на годик. Где-то садиковский возраст. Блузка фирмы F&F, размер M-ка. Такая прелесть. Вещи все достаточно модные, современные. Вот такие джинсы. Посадка средняя, прямые, размер L. Домашние брючки, размер M. 2XL, хлопок, рубашка. M-ка. 3XL. Свитшот, он идет утепленный. Размер М-ка, мужской. XL размер. М-ка. Тоже на школьный возраст, 122-я ростовка. Еще одни такие хлопковые брючки. Рубашка летняя, размер L-ка. L, M-ка, Джордж. Еще один свитшот, также утепленный, размер S. Джемпер, как туничка, размер S-ка. Еще одна толстовка, размер M. Футболки всегда в сезон, преимущество данного микса. Встречаются вот такие халатики, есть взрослые, есть детские, это на 10-12 лет. То есть в основном, если из летнего ассортимента, это футболочки. Себестоимость у него вообще отличная, 7-8 лет. Тоже 7-8, 14. L-ка, джинсы размер L, прямые, классика, такая туничка размер L, L-ка, XL. Также в данном лоте встречается достаточно много аксессуаров. Что это будет? Женское белье, встречаются бюстгальтеры, трусики, и вот такие все интересные. Хлопок, детские, женские, в упаковочках нижнее белье. Также здесь присутствуют колготы. По плотности они все разные. Есть 15 ден, 40 ден. В основном это черные, также есть телесные.
Все это идет в упаковку. Встречаются аксессуары. Есть браслетики. Ой, очень плохо видно, наверное. Вот такие. Носочки детские, колготы. Это садик, бэбики. Носочки никогда не бывают лишними, тем более зима, вот утепленные. Ремни. Ремни разные, как женские, так и мужские. Текстильные. Это вот, например, детский ремень. Также вот детский. Еще колготы. Тем более скоро Новый год, либо кто офисненький, колготки всегда нужны. Они с высокой посадкой. Антизацеп написано на них. И размерчики разные. Мужское нижнее белье. Встретилась, например, пряжа, но она новая в упаковке. Еще детские колготы. Также встречаются у нас вот теплые, женские. Это, да, просто теплые шерстяные колготочки. Еще. И встречаются купальные трусики. Такого плана детские и женские. Такие купальнички. То есть микс достаточно разнообразный. Вся подробная информация по данному миксу будет под видео.